вообще хочу сказать. Ты, уебок ютуберский, Серджио. Шел ты нахуй своим каналом, своим антигрейпером. Рот ебучий. Давай, вали нахуй. Как вы вообще воспитываете своего ребенка? Это же вообще неправильно. Будешь соплях учить, как воспитывать. Иди ты нахуй. Вы даже не хотите извиниться, да? Еще что, делать мне некуда извиняться перед тобой. Бей грифера. Издевайся над грифером, бей его молнией. Или вырежь грифера в половину его дома. Ты можешь даже убить этого грифера. Потом кикни этого грифера. И обязательно спрячь свой префикс, чтобы грифер не смог вас заметить. И вы будете для него обычный игрок. Вы даже можете сообщить всему серверу, что здесь находится грифер и ждать сюда народ. Выглядит вот так, его начинают сразу бить обычные игроки. В конце концов, вы можете просто забанить этого грифера. Если хочешь также снимать анти-грифер шоу на нашем сервере, тогда стань владельцем сервера, на которого сейчас действует скидка 95%. Заходи, ссылка на IP в описании ролика. О, кстати, опять звонят, что-то он хочет опять мне сказать. Да, что тебе еще опять надо от меня? Что мне хочешь сказать тут? Уж все, мы уже сказали уже все. Ты, уебок ютуберский, Серджио. Шел ты нахуй своим каналом, своим антигрифером. Урод ебучий. Давай, вали нахуй. Да, вы че материтесь, вы че? Хотим мы материться. Не, подождите, вы взрослая женщина, и так материтесь, мама ребенка. Ты еще не слышал, как я матерюсь. Да я уже... Сказать тебе побольше. Я уже услышал, как вы материтесь. Вам самой не стыдно? То есть... Да, ты мне на совесть мою не дави. Пошел ты нахуй. Будешь меня еще учить, цапляк. Вы понимаете, я же вам сейчас сказал недавно, то, что я записываю это все, понимаете? И это мне я тоже... пофиг, иди в жопу, конченый. Записывай. Сын, ты... У тебя мама вообще неправильно себя ведет, ты это понимаешь? Да в жопу пошел ты. Ты такой же вырастешь. Как вы вообще воспитываете своего ребенка? Это же вообще неправильно. Ну, ты как... будешь соплях учить, как воспитывать. Иди ты нахуй. Вы меня уже достаточно послали. Слушайте, это вообще уже... Вам самой не... Как вы? Приятно вам так себя вести? Нормально, не переживай. Ага, да пошел ты нахуй, вот именно. Ты... Ну, при вас даже школьник ваш матерится. Ну как вы вообще допускаете? Ведь люди посмотрят, скажут, ну что это такое вообще? Ну не стыдно. Пусть смотрят, учатся. Чему учиться? Как вы матом разговариваете, этому учиться? Да. Офигеть. Ну ладно там игра, ладно гриферство. Ну чтобы вот до такой степени материться, ну... Твоё какое дело? Будешь учить меня, что большое. Ли? Могу и поучить, раз вы так не понимаете. Маму свою учить. Пошел ты нахуй. Ну, это уже прям неприятно, слушайте. Я... Ну, одно дело, когда вы меня в жопу послали, а другое дело прямо тут... Мне даже повторять стыдно эти слова, потому что... Ну... Мне похер на тебя. Нет. Тебе там приятно, неприятно. Ну я уже понял. Ну да. И все. Иди нахер. Это все, что вы мне хотели сказать, видимо, да, судя? Все, давай, все, иди в жопу. Вы даже не хотите извиниться, да, то, что... Еще что, делать мне нехуй, извиняться перед тобой, сопляком. Да. Извините, а кем вы работаете? Может, можно узнать, ну... Не учителем или младших классов? Это вообще... Да-да-да, угадал, попал в точку. А. Надеюсь, я все-таки. Надеюсь, вы сарказм это сказали, потому что учитель. Надейся. Да. Ну ладно, мне больше с вами не интересно разговаривать. Я думал, вы что-то по существу хотите сказать, извиниться, а вы меня послали вообще прям. Больно надо мне с тобой разговаривать. Да. Срался мне. Да. Все, давай, сопля. Да, все. Мне прям стыдно. Мне прям не хотелось с этими ребятами разговаривать. Прям вот. Прям, это вообще что такое? То есть, это прям мама прям так посылает туда, прям в то самое место. Мне очень стыдно. Я даже повторить не могу эти слова, потому что мне стыдно. Стыдно. Даже не смешно уже. Сразу тогда не стал вставлять это в ролик тот, потому что это два разных ролика. Я вот так их разъединил, чтобы было интереснее смотреть именно два ролика, две ситуации. И поэтому мне стыдно. Давайте поставим лайк, если вы считаете, то, что мама, она вообще не права. Она вообще не права. Так нельзя. Прям стыдно. Ставьте лайки, поддерживайте меня, что вы на моей стороне. А я в честь этого, знаете, вот я хочу вот раздать вам здесь всем админку. Просто стою и раздаю админки на спавне. Вот я стою на спавне Ютубер Серджи, я просто раздаю админки. А, могут поп... не все могут получить админку, потому что я физически не успею это все сделать. Но вы заходите, и большинство из вас... Почти все получат ее бесплатно, IP в описании ролика. В честь того, что вот так мама себя ведет. Мне прям стыдно, а вы хорошие ребята, и я вам дам админку. Поэтому все заходите, всех жду.